Всем привет, а с вами Фурленький. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же отписаться от всех групп ВКонтакте. Для этого нам нужно скачать программу ВКБот, ссылку на скачивание я оставлю в описании. То есть, как вы скачаете, у вас будет только одно это приложение. Вы его запускаете, у вас вылазит окно с авторизацией, вы авторизуетесь и потом запускаете программу. То есть, вот. И у вас должно выскочить вот такое окошечко. Итак, чтобы отписаться от всех групп, мы нажимаем кнопочку «Профиль». Далее ищем кнопочку «Чистка». Потом ищем кнопочку «Выйти из групп встреч пабликов». Нажимаем на него. У вас выскакивает такое сообщение, что «Выйти из групп встреч пабликов». Да или нет? Мы нажимаем «Да». Пожалуйста, подождите. И он автоматически все чистит. То есть, как мы видим, вы состоите в 74 сообществах. Мы нажимаем на группы. Вы состоите в 54 сообществах. И так далее. После того, как бот закончит свою работу, у вас выскочит диалог, что ВК-бот завершил работу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи.